Меня информировали о том, что подрядчик написал уже заявление и добровольно покидает свою работу. Он не справляется. Он считает, что он будет выполнять в тех средствах, до которых он упал. А я говорю, нет. Вот за эти деньги, в полном объеме все. Тут получилось разногласие, есть накал некоторых отношений. Мы просили адекватно подойти к нам с помощью управляющей компании. Мы начали вовлекать в процесс наши муниципальные предприятия для этих нужд, потому что я реально понимал, что эта компания, которая упала в 4 раза, она мне не вытянет город. Что и случилось. Вот эта вот организация 5 раз, да, которая упала в 4 раза, она просто за миллион, изначальный контракт, который стоил 7 миллионов, она за 1,5 миллиона, она никогда его не сделала.